В 2011-м он был центровым в мужской баскетбольной команде «Спарта НК». Теперь тренирует женскую команду в родном Ставрополе. Видно, мне был много лет. Он вернулся и победил. Вчера мы выиграли 4 очка. Я думаю, что матч будет тяжелый, поэтому постараемся добыть победу, сделать какие-то выводы после вчерашней игры. Сделать выводы не мешало бы и нашей команде. Сражаясь на равных на протяжении всего матча, видновчанки сломались в самом конце. Но главный тренер уверена, сегодня они сыграют лучше, чем вчера. Мы сегодня настроены только победить. И очень надеюсь, что прогноз этот сбудется. Команда из Ставрополя гораздо опытнее. Средний возраст ее игроков – 30 лет. Тогда как видновчанок – всего 19. С первых же минут матча реванша опыт снова взял верх, и гости ушли в отрыв. Но потом счет сравнялся, так они и шли вровень. Почти весь матч. До самой победы «Спарты» с перевесом в 1 очко. Следующий матч молодежной «Спарты НК» запланирован на 28 февраля. В этот раз победить нужно баскетболисток из Ростова-на-Дону. Начало противостояния в 14:00. Место – Дворец спорта «Видное». Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».